Народный артист России Олег Газманов побывал на выступлении в Кремлевском дворце. Концерт был приурочен к празднованию Дня Победы, говорится в материале Пятого канала. Газманов прибыл на мероприятие ко второй половине события. Певец переписал слова собственной композиции «Единственная моя», а его жена представила новую версию. Поп-король Филипп Киркоров пригласил Газманова на сцену. Исполнитель хита «Мои ясные дни» признался, что зал был полон и громко аплодировал. Певец назвал уроженца Болгарии уникальным. Сделал грандиозное шоу. «Я вот, честно говоря, так не могу. Мне надо попроще, подоходчивее. Он 27 раз переодевается. Я бы умер на месте. Это ж надо так сцену любить», — заявил Газманов. Певец признался, что испытывает сложности во время посещения магазинов вместе с женой. Однако у Киркорова получается переодеваться по несколько десятков раз за концерт.